Победительницу прошлого года не пустили на красную ковровую дорожку, так еще и жюри незалежно приходится оценивать выступление дистанционно, глядя в мониторы. Но само шоу их организаторы не пригласили. К тому же ни с представителем украинского жюри Юрием Рыбчинским, ни с его коллегами строители конкурса договор не подписали, так что и платить им, в общем, никто не должен. Финансовая сторона вопроса Рыбчинского изрядно возмутила. В интервью украинским журналистам он обвинил организаторов Евровидения в коррупции. Мол, на эти деньги можно было не один, а сразу три конкурса провести. В пример привел Евровидение в Стокгольме. Оно обошлось в 9 миллионов евро. В Киеве же ценник перевалил за 30 миллионов.